Жилищная проблема в нашей стране всегда стояла острой, и в муниципальном образовании, также город Анапа, она состоит на первом месте. По инициативе главы муниципального образования город Анапа Сергея Павловича Сергеева, в 2014 году была создана программа по формированию муниципального жилищного фонда. Эта программа создавалась с целью для того, чтобы сократить число очередников, граждан, которые состоят у нас на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и таким образом решение проблемы, жилищной проблемы жителям Анапы. У нас 49 жителей решили свою жилищную проблему, были выделены и жилые помещения по договору социального найма, и жилье было выделено врачу, которого мы пригласили в наше муниципальное образование. Были предоставлены квартиры детям-сиротам, и вот в том числе гражданам-очередникам, которые состоят у нас на учете.